Здравствуйте! Сегодня я приготовлю шарлотку со свежей малиной. Что мне понадобится? Мука высшего сорта, сахар, яйцо, свежая малина, манка, соль и разрыхлитель. Разбиваем 5 яиц. К яйцам добавляем 1,5 стакана сахара, взбиваем, яйца с сахаром взбили, добавляем щепотку соли, чайную ложечку без горки разрыхлителя и 1,5 стакана муки. И все взбиваем. Форму смазываем подсолнечным маслом. Дно формы присыпем манкой. Выливаем тесто. На тесто выкладываем свежую малину. У меня ушло 2 стакана малины. Ставим выпекать в разогретую духовку до 180 градусов до готовности шарлотки. Шарлотка у меня испеклась. Готовность ее проверяем зубочисткой. Протыкаем пирог. Если зубочистка у нас сухая, значит шарлотка готовая. Приготовьте такую шарлотку с малиной. Она очень вкусная. Готовьте и радуйте своих близких и друзей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в гости еще. До свидания!